Один вопрос. Товарищи, только секундочку, секундочку. Во-первых, по поводу Донбасса. Два последних дня там идут митинги за мир. Вы знаете, люди просят, подождите, подождите, люди просят все военные силы уйти из Донецка. Я ополченцев, они просят уйти, не украинцы помнят. Ополченец, это житель Донецка. Подождите, подождите. Я-то по поводу того, по поводу Украины. Там тоже учились антивоенные митинги. Теперь можно вам всем один вопрос задать? Женщина, можно вам один вопрос задать? А вот я снимаю, что надо привезти. Вам можно вопрос задать? Вот мы здесь стоим для того, чтобы собрать подписи под петицией. Первый пункт требования петиции – вести миротворческие войска по линии соприкосновения. Вас этот пункт устраивает? Мы не можем. Подождите, подождите, не мы вводим, вводит ООН. ООН вводила войска к евреям, когда они воевали с арабами, и замерила их. К Югославию, когда они воевали друг с другом. Послушайте, подождите, подождите. ООН наши враги, а что тогда не думает ООН? Россия входит в Совет Безопасности ООН. Мы тратим десятки миллионов долларов каждый год за США. Наши миротворцы сейчас даже в Косово, чтобы ты знал. Да, в Косово есть под эгидой ООН. А вот ООН они, вот ООН. Косово, вот ООН. Пойду в интернет и почитаю. Послушайте, мне этот вопрос задают полтора года. Я стою здесь бесплатной девушкой. Я адекватный человек. Я недавно сдавал права. Понимаете, у меня красный диплом. Я часто езжу в Украину. Я там родственники. Чтобы люди не гибли на Донбассе, я вам объясню. Да, против войны. Какой механизм наш? Подождите, я не хочу никуда ехать, я живу здесь, я родился здесь, я хочу жить здесь. Девушка, вы слышали, я сказал 5 минут назад. Миротворцы входят, войны нет. У вас есть другой вариант? 2 миллиона в день зарплаты. Что сделать, пока Украина дала добро, Евросоюз дал добро? Представляете, мы не даем добро, Россия не дает добро вести войска. Это принимает решение ООН. Мы члены Совета Безопасности ООН, который может наложить вето. Подождите, подождите, Америка ветит. Я еще раз говорю, Америка не против ввода миротворческих войск. Девушка, вы знаете, я серьезно вам говорю, здесь нет провокаторов. Здесь люди, которые имеют реальный план остановить войну. У нас есть этот план. Мы считаем, что в нашей стране правда. Поэтому мы здесь стоим каждый вторник с 18:30, 2,5 месяца. Тут кривое зеркало, вы на нормальных людей смотрите, а видите чертей. А черти в Кремле сидят. А что у вас там за партия? Яблоко партия. Партия Яблоко. Так это же единственный предатель самый главный. Вы так считаете, а его Путин встречает, например, ручку жмет. Вот сейчас я встречаю, что я вопрос Санкт-Петербурга. Культурная столица России, выбранного депутата. Представляете, 10% голосов на партию Яблоко в Санкт-Петербурге. 10% тоже. 10%, а мы никого не видим. Вот такие, как мы, если люди приходят, 5 минут поговорят и уходят. А у нас 300 подписей здесь. Люди подписали. 300 подписей. 300 это много. Люди боятся таких, как мы. Потому что, знаете, мы не можем нормально здесь просто стоять. Мы готовы с любым поговорить. Без обвинений, без пятой колонны, без всего остального. Вот давайте с вами поговорим на любую тему. Что вас интересует? Меня интересует. 15-й год. Я ехал через Донецк. Да. Мне все нравилось. У меня мыслей никаких не было, я возмущался гордым. Через год стали бомбить. Скажите, а куда вы ехали? Я ехал, даже в 13-м году. Через год стали бомбить. Там стали люди, которые хорошо. Не думали, что их будут бомбить. Скажите, а вот вы дальше через Донецк дорога идет на Днепропетровск, да? Нет, подождите. Извините, пожалуйста, вот хотелось бы договорить до конца. До конца можно договорить? Я езжу на поезде в Воронеже. У меня остановка была Харьков, Донецка не было, Луганска не было, Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь. Бомбят Мелитополь, бомбят Запорожье, бомбят Харьков. А ваш? Что ты бред всякий слушаешь? Пошли. Нет, Донецк бомбят? Бомбят. А вы? Чтобы миротворческие войска ООН вошли, где Донецк, на 60 километров. Ну послушайте, я вам объясню. 60 километров ни одна гаубица не дострелит. Наш план позволяет прекратить бомбить Донецк быстро. Прекратить за счет миротворческих молодых мужчин. Ну пожалуйста, мы с вами начали говорить про Донецк. Давайте продолжим эту тему. Я охота не приемлю, охота про Донецк. Наш план позволяет остановить войну сразу. Вы предлагаете
Послушайте, у нас стоят люди, каждый со своим плакатом. Мужчина, я вам отвечаю. Хорошо, но я вам отвечаю. Здесь стоят люди, с каждым своим мнением. Но все... Сейчас я вам дам текст петиции, если вы найдете там. Чего вы боитесь почитать? Это же... Я не боюсь, я вас плакат мне не нравится. Мою плакат не нравится. Станьте с другими. Что? Путин, я тебя люблю. Станьте с другими. Завтра станьте с другими. Со своей тещей или мамой. Хорошо, у меня к вам вопрос такой. Вот вы хотите, допустим, жить под оккупацией в новом мире? Или вы хотите жить? Не хотим под оккупацией. Мы не хотим. В суверенной стране, мы за нее побороться. Вы как хотите? Если в мою страну вторгнется враг, я буду воевать за свою страну. Как? Вы сейчас как живете? Сейчас живу нормально. Вы сейчас живете в оккупированной стране. Кем оккупированы? В 91 году. Вот все уже, мы проиграли войну холодную. Хорошо, мы проиграли холодную войну. Но мы не стали оккупированной страной. Мы не стали оккупированной. Послушайте, но... Ники за рубеж идет. Послушайте, давайте... По санкции ООН, по санкции Совета Безопасности ООН, российские представители голосовали за то, чтобы бомбить Ирак и Ливию. Я вот это говорю. Возьмите интернет, откройте, кто принял решение бомбить Ливию и Ирак. Так, хорошо, наши воздержались, но они имели право наложить вето, но его не наложили. И в Ираке они проголосовали за, в Ливии выступали. Ты в отпуске отдыхаешь. Я не знаю, что сейчас в Ливии, но Россия дала добро, чтобы бомбить Ливию и Ирак. Хотя не слушай. Нам все другие вещи говорят. Какие? Другие вещи. Тоже сам все наоборот, понимаете? Вы на черный говорите белый, на белый черный. Мне сложно. Скажите, девушка сказала, что Ливию и Сирию кто-то разбомбил. Ливию не бомбила Америка. Ее грабили европейские страны по санкции Совета Безопасности ООН, где Медведев воздержал. А Ирак бомбили вообще санкции Путина. Вы были в Путине. Вот такая, к сожалению, историческая правда.